Я хочу представить вашему вниманию стихотворение Валентина Евдокимовича Григорьева «Храм» из его книги «Земляки говорят». Я выбрала этого поэта, потому что в этом году ему будет 80 лет. В нашей библиотеке будет мероприятие, посвященное этому человеку. «Храм». В том селе, в котором я родился, дорог мне старинный храм простой. Счастлив я, что здесь я пригодился, потрудился на земле родной. Я по-русски обращаюсь к Богу. Отче, ты прости мне жизнь мою. Я в молитвах нахожу подмогу, и об этом тихо я пою. Видел я церквей немало в жизни, и бывал порой из них любой. Только все же милее мне и ближе цвет неброский, бело-голубой. Здесь не раз душой я пробуждался, слыша чудный звон колоколов. Новых сил и веры набирался, и в себе сомнения борол. Как же незаметно пролетело столько ярких и счастливых дней. Мы давно с друзьями посидели, ну а храм стоит среди камней.